Кузь за Vampire Survivors. На связи Чандра Ульмина. Здравствуйте. Короче, костяная зона за Мартача, за кости. Угу. Звучит прикольно. Выглядит хуже. На деле говно. Ужас. Нужна Библия. Мы получим Библию, как ты думаешь? Вряд ли. Ну, мы... Я, конечно, очень верю в игру. В скобочках нет. Но зато чат вы можете здесь ныть. Да, здесь можно ныть. Пистолет нам предлагают. Ну хорошо, хорошо, давай. Давай. У нас хотя бы скорость больше. Вернее, наша-то скорость та же. У противников скорость меньше. Ребят, мы выключили. Мы понимаем, что совет, конечно, был просто гениальный. Он настолько хорош, что он просто фантастический совет. Он действительно классный был совет. Что мы заново, видимо, начнем игру, да? Да. Не, ну пока окей. Так вот, совет по поводу того, вот проклятие-то прокачаете, это же халявный опыт же, ну, все дела. Ребят, вы знаете, как они бегают быстро? Ой. Вы хоть знаете, как быстро они начинают бегать, мобы? А как зеленая смерть, от которой вы убежать не можете? Вы знаете, как она бегает? Мы уже попробовали, мы записали несколько дублей по этой костяной зоне без с прокачанным проклятием. Мы не смогли убежать от зеленой смерти. Никак. Она догоняет. Мы именно физически не успеваем убежать от зеленой смерти. Поэтому совет хороший, но... Поскольку он из комментариев, сами понимаете, какой у него запах. Так, кость... На какой-то другой карте возможно. Кстати, здесь нет. Зеленую смерть можно крестом. Да? Угу. Если бы он нам выпал. Ну да. Но если выпадет, попробуем. А еще синее будет. Не надо. А можно не надо? Пожалуйста. Она же душная. Да, синее душная. Ну ладно, пока револьвера прокачиваем. Ничего другого, видимо, у нас не прокачается никогда. Библию мы не прокачаем, из-за этого мы, конечно же, проиграем. Потому что у нас Библии нет, в принципе. Да. Библия, кстати, ребят, мы несколько дублей пробовали. У нас один раз зашла Библия, причем хорошо зашла. Зеленая смерть, правда, все равно догнала и убила, но Библия зашла. Чаще всего происходило вот так. Ну... Шпинат лучше. Шпинат, да. Мы пока лучше шпинат. Лаврушку возьмем в последний слот. На крайняк. Угу. Так вот, короче. Библия из полутора часов, за полтора часа игры Библия зашла один раз. Все. За полтора часа игры. Мы вот несколько дублей попробовали в этой костяной зоне. Вообще не идет. Все хорошо, Беляша, если не исключать того момента, что игра пытается нас душить. Невероятно душит игра, да. Но, хорошо, Беляшка. Если честно, без проклятия попроще. Да. Меньше ли опыта? Незаметно, потому что душнины меньше. Врагов меньше. Врагов меньше, да. От того и опыта меньше. Возможно. И то не факт. Ну, это... Так, остальное подсосется. Давай пока просто будем бежать. Может, реально крест сможем раздобыть? А мы не сможем его раздобыть. Откуда этот крест? Предметов не попадает, да? Только деньги. Да. Плохо. Ладно, нет, значит нет. Так, все, ждем 4 минуты. Собираем тогда опыт, который там насобирается. Первая элитка, кстати. Как бы ее убить? Мне кажется, мы сможем ее убить. Сейчас сможем. С проклятием чего, не мать? Смогли бы, а так сможем. О, спасибо за элик. Спасибо. Кстати, нормально такое количество элик, да, хорошее. Спасибо. Мась, я не поняла.
пистолет. Шанс на успех Куся, что ли? Укусил за ушко с вероятностью 50%? Что? Видимо. Надо так было в Библии брать. Там была, да? Продление эффекта, да. Ну, не выпадет. У нас Библия все равно не выпадет. У нас 11 уровень, Библии все еще нет. Че ты хочешь? Ну, хотя бы пистолет, да, может. Чуть-чуть. Нам протискиваться как-то надо будет, а пистолеты не позволяют это сделать. Душнило. Да. Особенно в этой зоне. Что-то слишком часто она душит нас. Причем душит именно не по мобам, а скорее по билду. По билду, да. Да. Что они там сами себя взорвались, умерли. По ходу дела. Прикольно, кстати. Возьму лаврушку. Мы получаем по лицу. Лаврушку возьму. Потом пойдут вот эти красные стрелки. Укусил за руку с 67% уроном. Не, ну если бы ой, не это надо. Игровой момент какой-то был бы, то да, а так это, ну такое. Это идея уровня комментариев. Ну идти лучше на Библию. Угу. А спасет ли нас она? Сейчас уже. Не знаю. Хоть раз, да? Хоть уровень, да. Так, берем сундук. Спасибо. Нельзя брать. Mm-mm. Шпинатик, хорош, спасибо. Спасибо. Пистолеты зачем качать? Слушай, они, видишь, слишком сильные. Пистолеты не справляются. Шпинаты, не шпинат, пофигу вообще. Слишком сильные черепа. Для того, чтобы их продавливать, нужна Библия. Кстати, элитка зато умерла. Сломалась. Да. А черепа нет. А черепа нет. Жесть, ты посмотри, как они тяжело. Живут, да. Надо закрывать зоны, оно только по кресту. М? Крестом только бьет. Что крестом? Сверху никто не бьет, снизу никто не бьет. Ничего не бьет. А, это да. Ну, о, ну хоть пистолеты. Синие. Синие больше прокачаны. Да. Красный у нас просто существует. Просто есть. Все, пошла жаришка. Седьмая минута, и мы умерли. Похоже на то. Библии-то нет. Похоже на прям. Потом будет еще хуже. Ну, там скелеты послабее, по-моему. Хотя, кто их знает. Но Библия была хорошо вкачана. Послабее-то послабее, но ты посмотри, что с этими. Эти не умирают. Конечно. Жезл, да! Хо-хо-хо-хо! Заживем! Кольцо молнии не выпало. Кольцо молнии не выпало. Дубликатора тоже не было. Библии, Библии тем более. Не выпало. Мы ее в глаза не видели, да. Пряжка на Библии была один раз. Больше не выпадет никогда. Я же тебе говорил. Огненный жезл ваш любимый. Если бы не было пистолета, мы бы нажали изгнать огненный жезл. Им бы собрали 100%, ага. Та-та-там. Библия, наныли, ничего себе. Наныли. На 19 уровне Библия решила соизволить и прийти к нам. Пистолеты? Да. Ух, кошки. Уже кошки страшные. Уже кошки пошли. Кошмар. Что-то есть. Почему у нас Библии 3 летает?
Захотелось. Нет, а серьезно? Я не знаю. У нас доп. Снаряд на 20 уровне. Точно. Точно. Каждые 20. Стоп. Каждые 20, в том числе и на первом? Нет, на первом не дает. Пряжка, кольцо пряжка молнии. Пряжка и кольцо молнии. Хорошо, ну мы возьмем пряжку. Конечно. Нам нужно, чтобы Библия фигарила просто. Не могу пробиться, чтобы опыт забрать, прикинь. Потому что кошки. Кошки. Не всегда были сильные. А с таким билдом уж тем более. А тут еще хуже. Не, револьверы, конечно, вроде стреляют так-то. Но... Библия. Но Библия. Но Библия. Во, пошли скелеты. Вот эти ребята. Да, в большом количестве, поэтому по-хорошему нам бы здесь Библию-то да... Библия какого? 5-го, по-моему, уровня она начинает разгоняться. Mm-hmm. Вот уровня 5-го бы Библию нам не помешало бы здесь. Хотя бы у нас книга красная прокачанная. Спасибо за огненный жезл. Как я уже говорил. Вот именно огненный жезл будем хейтить, да. Слишком уж любят его в комментариях. Можно зигнетами ханить. Буквы Х. Нельзя, он слишком мало пробивает. Да, да, он слишком тонко. Это не косы тебе, которые пробивают, которые худшее оружие в игре. Ну, красненькая. Даже сработало. Молния. Молнию надо брать, раздаю. Даже сработало. Давай кость уже за максимум. Тирамису надо. Бери. Отлично. Слушай, ну прям хорошо, чуть-чуть повезло. А можно еще раз так... Дцать. Вон там две красные лежат рядом с кольцом золотым. И сундук еще лежит. Рядом с кольцем? С кольцем золотым кольцем. Аккуратно. Внезапно вот это. Аккуратно скелет. Ну пусть лаврушка. Скелет элитный. И смерть зеленая, кстати. Что-то у нас, смотри, какая медленная. А фиг ли она нас тогда там убивала? А я не знаю, фиг ли она. Подбираемся. А, десятый. Это было до десятой. Да. Это вот этот после десятой уже будет. Мы от нее убегать должны. Да, пока убегать только. Мы, короче, ребят, просто в чем соль? Мы на полном серьезе с проклятиями не смогли убежать от зеленой смерти. Она именно что нас догнала. Угу. Причем без шансов. Она напала как... Ну, смерть. Как красная смерть. Как красная смерть, игры. Да. Пошли за попытным сходом. Ты же не весь его собрал. Не весь. Мне не весело. Ты думаешь, мне весело? Шпинат. Нет. Главное оружие сначала вкачать. Столько красных было, и ни одна не сработала. Угу. Вот эти зеленые скелеты просто им пища. Уже еще одна элитка, кстати. Вот зеленая смерть отстала. А там мы на полном серьезе, ребят, не смогли. С проклятиями от зеленой смерти не убежать. Нам не удалось. В прямом смысле этого слова мы именно сбежать от нее не смогли. Есть что прокачивать? Нечего, вообще ничего. Но я красную хотел взять. Ну что ты взял? Молодец. Возьми с полки порошок, угу. Да? И близко нет. И близко даже. А надо. Угу. Как мы там на 15-й минуте уже убийцу смерти собрали, да? Угу. В прошлой катке. И как здесь. Жесть. И как здесь пятая катка подряд нам не везет. Или шестая уже. Красная. Есть там красная? Нет, конечно. Отлично. У нас и красная, ага. Он красный лежит. Еще и скажешь, что сработает, да? Ага. Размечтался. Ну, кости, чтобы больше не выпадали, чтобы глаза мои больше это не видели. Скелеты, черепа просто какие-то. Лютые. Бессмертные. Мы как будто вообще не прокачиваемся. Шпинат.
Это заряд в игрушке. Дополнительный заряд. Я боюсь, что пригодится. Ну тут снаряды летают. Надо в Библию по-хорошему. Ну, уже пробило нас. По-хорошему хорошую Библию, да. А вот и Библия. Ноем, ребят. Больше ныть надо. Еще... Больше ныть. Да. Давай лучше Библию. Да, Библия. Тут корона. Когда мы соберем револьверы, ну, скорее всего, прямо перед самой смертью. Нашей? Да. Потихоньку красный будем вкачивать. Синему-то немножко, а вот красный у нас вообще не вкачанный. Красный вообще картошка. Хотя что можно было докачать кушать? Один. Но в целом, да, было бы неплохо поесть. Я хочу досмотреть. Да, это жесть. Вот эту катку завершим. Mm-hmm. Ты не забывай это. Смотри, я смотрю, они ноют. Пускай ноют. Ноете на Библию, правильно делайте. Не подходи ко мне. Да. Они, кстати, не подходят. А вот если без шуток. Потому что Библия работает. Подходит все-таки. Сверху снизу подходит. Ну, как Библия перестает работать, так она и подходит. Да. Подходимцы. Угу. Лучше они были бы проходимцы. Продлевает эффект. Вот я тоже думаю, что лучше, да. Уже третий сундук он стоит. Хочет умирать. Третий сундук хочет умирать? Угу. Умер. Умер. Красную, конечно же, не дал. Кто бы сомневался, да? Много. Размечтался. Красную какую-то захотел. Ты хочешь, может, чтобы это сработало? Еще что, сработало, да? К текстовым квестам как относимся? Каким? Не знаю, текстовые квесты. Пример. Ну, к примеру, какой текст? Я не знаю. Ну, это ж чат спросил. Надо брать дубликатор. Да. Потому что может не выпасть. И плюс это доп. Библия, да, летать будет. Это неплохо. Аккуратнее, черепа. Это мы стали сильнее. Угу. Красные, ну, хотела красные? Да, да. Пожалуйста. Да, да. Угу. Работать они, конечно же, не будут. Но они же есть. Да, 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 да. Ну, бери. Угу. Это такая депутатская версия красных. Для галочки они есть, да. Работать они, конечно же, не будут. А может, хватит эти черепа сувать? Можно что-нибудь другое, послабее? Угу. Я уточнила. Угу. Ну, револьвера, конечно... Выбор капитана. Не знаю, такой квест. Мобильный, тем более. Аккуратно. Осуждаю. Красный. Вот просто осуждаю за мобильные игры. Там за этим красным есть красное. Но аккуратнее не возьми красную. Надо взять красную, не взяв красную? Да. Ну, потому что еще... А что нам осталось? Подожди. Что-то одно нам осталось. Что нам осталось? Это ж соединяется. Что нам осталось? И берется ланцет. Что нам осталось? Подожди, в Библии есть, кольцо есть. К этим есть. Что-то дополнительное у нас должно быть. Да. Что? А опыт? Что? Опыт? Думаешь, опыт брать? А что еще? А, шкатулка Тароны. Шкатулка Тароны, да. Мы хотели шкатулку Тароны. Но опыт. Но опыт. Не, ну если прокачаем Библию, мы будем хоть чуть-чуть в порядке. Аккуратно там элитка снизу. Угу. Библия хоть и не будет топ-уроном, хотя кто знает в этой катке, да, но в целом Библия зачастую не топ-урон, но у нее суть не в уроне. Уже четвертый сундук лежит. Угу. А у нас еще нечего вкачивать. 16-я минута, мы еще просто не можем ничего вкачать, вы понимаете? Уже 16-я, 16-я. Уже 17-я минута. Камонь. Библия. Револьвер. Револьвер остался последний, кстати, красный. Да. Ну дайте. Ходи по опыту. Он там красненький сверху. Я туда не пойду.
Не ходи. Я сюда пойду. Ну, сходи. Сходил? Угу. Ну, красная же. А, я думаю, та красная бы сработала. Конечно, конечно. Ну, давай посмотрим, какая. А все, она исчезла. Не бывает такого. Нету красной, видишь? А, ты про вот ту. Как ее достать-то? Вот это, которая посерединке. Ну, сработала-то. Ну, видишь. Ты что-то знала, да. Все, мы можем взять сетку. Что-нибудь. Что-нибудь. Тоже красная. Лучше брать. Все. Карты? Не, смотри. Ух, сколько она выдавала. Ого. Даже Библию выдала. Какую Библию? Какая Библия, кстати? Какого уровня? Почти еще последняя. Одна Библия нужна. Ой, все, отлично. А ты смотри, сколько штук, кстати. Много, да. Ой, как дышать стало сразу. Легче, мы форточку открыли. Ой, ребят, форточка, все. Свет из форточки, видите, идет. Наконец-то. Ну, конечно, зачем нам Библия последняя, да? У нас же так мало сундуков лежит. Лаврушка. Нет, шпинат там был. Аккуратнее. Да пусть лаврушка будет. Без разницы, нам все равно их прокачивает. Так, нам еще ланцет взять. Ланцет, да. Так, а сколько у нас? У нас 4 сундука лежит. Карта уже должна еще выпасть, правильно? Да, же? Где-то карта еще должна лежать. Вот это? Не знаю. Нет. Нет, не карта. Победите по жизни, ну, видимо. Вот. Ой, Мунька. Стоять. Библия. Качалась. Ура! С двумя шпинатами. Неплохо. Сильно. Ну, лавр пусть будет. Библия-то с двумя шпинатами-то. Дайте нам, пожалуйста, пинцет и шкатулку Тароны. Лаврушку хочешь ты? Последнюю, кстати, лаврушка последняя. Она по 7? По 7, да. Лаврушка с этими. Слева-право. Ну, я не могу пока брать. Да. Ни слева, ни справа. Угу. Слушай, ну револьвер из-за этого персонажа прям топчик. Угу. На каком? Быстрее бы они собрались. На 60-м будет максимальное количество. Там же еще плюс снаряд будет на 60-м. Угу. Да чтоб тебе. Это трындец. На полном серьезе. Очень тяжело все собиралось. Очень тяжело. Уже скоро 20-я минута, а у нас еще не начали собираться... Ничего. Убийцы смерти. Угу. Что нам еще взять? Нам ланцет нужен. И шкатулка Торонты. Все. Торона нужна, да. Что ты взял? Что я взял? Я взял пряжку, последнюю пряжку. Еще один элитка. В принципе, нам... Вроде хватает. Раз прокачка, два прокачка, три прокачка. Три сундука нужно оставить. Нам пока... Ну, мы и не... плюс еще карта. Нам нельзя брать сундуки. Сейчас именно что нельзя, потому что нам нужны предметы. Да. Нам не выпадает, что мы будем качать. Ну, точно. Кошмар. Бери. Шкатулка Торонто. Шкатулка Торонто. Шкатулка Торонто. Где ланцет? Ланцет. Он вначале где-то был, теперь он не выпьет никогда. Так, мы можем прокачать бери, молнию. Бери, шкатулка Торонто. Либо карта это. Молния. Хорошо. Карты не падают. Угу. Странно. Очень. Сколько нам осталось? Два сундука получается? По-хорошему, да. Два сундука. То есть вот ну, они вот как они два сюда. Сундука. Шкатулка Таро. Та-та-та. Ух, сколько денег лежит. Все мелкого номинала, шкатулка. Правда. Шкатулка.
Игнать не добудь. Это важно, да. Я не переживу. Мужик сильный, смерть сильная. Угу. Мы ее фигарим вообще, нет? Вообще не видно. Вроде должны. Два сундука нам нужно оставить. Да. Штука Торонто. Нам супер нужен ланцет. Безумно нужен ланцет. Мы точно фигарим ее? Ну, кстати, да, Ян. Тут хорошо брать лечение за счет денег. Да. В целом, да. Ты, она поднимается, она потом опускается, видишь? А почему? Не знаю. Цепануло. Может, урона, потому что носил. Найдем еще сундуки. Потом изгоним. Сейчас изгонять надо только. Да. Изгнать. Угу. Дайте нам... Смерть изгнали, видимо. Ой, хорошо. Я... Последний раз. Да. Есть. Просто на последнем, ребят. На последнем. Все, можно собирать все. Жесть, какая же все-таки душная эта карта. Можно все собирать. Я иду, ты видишь же. Нет, если честно, нет. Я ничего не вижу. Аккуратнее. С мужиками-то. Мужик красный, он быстрый. Да. Все, взяли. Все, отлично. Взяли, подняли, дальше пошли. Все, это наш второй сундук. Это же наш второй сундук, да? Правильно? Он же сундук, правильно? Да, да. Он сундук. Хорошо. Ланцет. Хотя без разницы. Без разницы, просто прокачиваем. Продление эффектов он там прокачивается. Аккуратней. Мне непонятно, где карты. Карты еще должны быть. А думаешь, не будет карт? Угу. Да не, бред какой-то. Странно. Не верю. Странно, что их не было. Тут он. Внезапно. Ну, как бы ожидаемо, но неожидаемо. Ожидаемо, но внезапно. Нам в первую очередь что нужно? Ланцет прокачать? Или... вообще кольца по-хорошему. Кольца. Ланцет уже вкачанный. Кольца нужны. Бесконечный ко все-таки имба. Бесконечный ко хорош. Два лежит. Два сундука, да. Там кости огромные летают. Ой, косточки, кстати, да. Начали играть кости. Ну, в том-то и дело, что кости начинают играть ближе в конце. К концу. Да, то есть поначалу это мусорное оружие, абсолютно бесполезное. Нас пробивают, кстати, скелеты, которые возрождаются. Да. Они пробивают. Все потому, что они возрождаются. Мужчины, завязывайте уже ходить за нами. Ну, можно уже отъезжать, уже потихоньку можно. Да. Мы не расстроимся. Мы расстраиваемся, потому что вы не отъезжаете. Угу, наныли. На какой вопрос? По поводу квестов я не играла ни в какие такие квесты. По поводу квестов мы осудили. На телефоне нет. Мы осудили за игры на телефоне. Ребят, на канале только игры на компьютере. Мы просто боялись, что от топоров урона не хватит здесь. Да. Косы великолепное оружие. Но здесь очень сложная карта сама. И здесь нужно очень много урона. Пистолеты выдают больше. Косы собираются раньше, косы собираются проще, косы вообще в принципе классные. Мы бы собрали, если бы не эта карта, мы бы собрали. Это карта. Нет? Нет, это не карта. Почему карта? Где карты? Я не знаю, у нас включена яркая, но у нас есть карта, которая присасывает к нам все, но при этом у нас нету карт. Нас где-то обманывают. Видимо.
скоро будет тун-тун-тун. Нам бы поторопиться. Вот-вот. Вот-вот. 24 Чё-то минута у нас вообще у нас вообще не идет. Ой, там еще вопросительный знак. Ну, Святослав, если бы ты был подписан на Boosty, ты бы знал, что завтра будет. Да. Потому что пост уже вышел. И не только завтра, но и на следующей неделе в целом. Вышел уже, да, на следующей неделе? Да. Я же его сегодня нечаянно раньше времени выложила. Обычно он выходит по понедельникам. Да. Почему осуждаем? Потому что мобильные игры не играются на этом канале. Да. Что-то бьет. Красные проходят. Красные. Раздражают меня, если честно. Красные, в принципе, раздражают, потому что они просто тупо. Раз и все, понимаешь? Ну, нафига. Красные стимулируют никуда не ходить. Вообще ни о чем не говорит это название. Вот-вот. Слушай, мы не успеваем. Не успеваем. То есть опыт надо было брать из-за Тароны. Это тот самый босс, которого мы убивали? Видимо. Он всегда бегает? Может быть, он всегда бегает. Если он всегда бегает, то зачем мне идти? Я не знаю, но я просто вижу, что вопросик. Я к нему иду. Похож на того же босса, но на деле я не знаю. Посмотрим. В любом случае, весь опыт к нам переносится. Да. Скоро, кстати. Угу. Скачивать еще много. Очень. Слишком много, я бы даже сказал. Если без шуток, он нам прям реально, я не знаю, что делать. Красные не работают. Не работают. Это не последнее. Далеко не последнее. Господи, да что такое-то, игра? Серьезно, ни одна красная не работает? Красную наныл. 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 Еще можно? Вот-вот, мне легче от этого не стало. Нет, как бы спасибо, но легче мне от этого не стало. Все, последнее, можно брать сундук. Это ко? Должно быть ко. Это карта! Внезапные карты! Какой там сундук отвечает за карты? Господи, скажите. О, господи, что тут происходит? Непрерывно меняется. Морозки, исцеление удваивается. Так... Первое что? А что у нас из этого есть? Ничего. Ничего. Продолжительность не нужна. Нет, уже нет. При заморозке происходят взрывы. Нет. А у нас замены нет? Нету. Ты же все потратила. А это сюда тоже лезет? Давай взрывы возьмем. Я не знала, что это сюда тоже лезет. Ну я же не знал. Угу. Наконец-то ко. Да, все. Зеленый опыт лежит. Надо брать все, всасывать просто в себя. 28 минут успеет. Да, это тот же самый. Ну да, ну ладно. Может, с него что-то выпадет. Сундук. Дай что-нибудь, пожалуйста. Просто что-нибудь дай полезное. Я знаю, что мы тебя уже убивали, открывали секретного персонажа. Красненький. Красненькую дал. Спасибо, друг. Бесполезная, правда, красная, но он старался. Да. Он старался, он пытался. Немножко не получилось. На 28 минуте это последняя попытка у нас будет, потому что потом мы опыт будем только руками собирать. Если на 28 минуте из того, что мы соберем, не будет... Хорошо прокнувшей красной, мы проиграем, скорее всего. Да. Еще сундук? Нет, это не еще сундук. Это сундук, который должен лежать. Сундук с картой? Прикинь, обидно будет как. Вообще-то да. Ну,
Еще нойте на красные, ребят, чтобы красные срабатывали. Сейчас это самое главное, чтобы красные сработали. Хотя, где мы сундук возьмем? Ну, вон сундук. Пока что лежит. Это карта. На 28-й, значит, еще должен быть сундук. Ну, давайте нам 28-ю минуту. Давайте, мы готовы. Бери последний. Бери. Еще чуть-чуть. Еще один раз. Пожалуйста, сможем. Еще один уровень. Мы два сможем. Сундука у нас лежит. Два сундука, это хорошо. Ты карта это. Сможем. Все, мы смогли? Иди бери. Я не знаю. Это карта? Карта. Это шикарно просто, я не знаю, жесть. Снаряды... Убийца игры. Предлагаешь убийцу игры взять? Да. Дубликат? Дубликат говнецо, мне не понравился. Это нужно все вот это вот собирать из этого списка. Да, все из списка, и потом взять дубликатор, да. Это будет прикольно, да. А так это мусор. Давай, бери. Ну, беру, ладно. Убийца игры? Угу. Да? Да. Точно нам больше да. Ничего не понадобится? Нет. Хорошо. Все. Готово. Мы готовы. Да. Все, наконец-то. Вообще чудом каким-то, я не знаю. Ужас. Сколько воскрешений? Два воскрешения плюс одно из оживлений. Наше. Стандартный. Мы его не тратили? Не помню, кстати. Я не помню. Ну, Янчик, мы бы взяли удвоение, если бы у нас были и голуби, и пистолеты, и кошки. Мы пробовали уже на пистолеты брать удвоение, посмотрели, что это за карта. Карта неинтересная, если у тебя только пистолеты есть. Потому что удваиваются не сами пистолеты, они тебе дают альтернативные обычные пистолеты, которые прокачать нельзя. Не тратили? Хорошо, здесь Верочка, спасибо. Причем мы их даже в слоте не показали. Да, в слоте их не было, просто летели снаряды пистолетиков. Прокачать нельзя было, ничего нельзя было. Слушай, ну перемалывает вроде бы. Плюс-минус. Ну вроде перемалывает, но что-то оно проходит. Ну пропихивается, будем честны. Оно пропихивается просто. Ну так в целом неплохо. Чего там происходит? Светослив с некромантом. Ой, Мася. Обижаешь меня. Угу. Ужас. Хуже ведь нельзя. Угу. Ту-ту-тун. Ой, это коробка пришла. Да, возможно, кстати. Можешь посмотреть. Убийца игры бьем. Да. Все, пробили. Больше не можем. Нет. Деньги. А жаль. А жаль, да. Да не подходи ты к нам. Ой, а косточки откидываются от... Серьезно? Теперь от этих откидывается. А не было такого. Надо смотреть, что последнее даю. Они как рунтры стали. Угу. Тут рунтра еще взрывается. Все, умер. Это невероятно тяжело было, ребят. Какая жопа. Но если без шуток, мы потратили, правда, большое количество попыток, к сожалению. Я сказала, три воскрешения. Я знаю, что воскрешение влияет на урон пистолетов. Да, кстати. Но у нас нету пока этой карты. Да и нафиг не надо. Сильно не очень нужно. Вы это сделали, ага. Угу. Спустя... Большое количество. 10 попыток. Ну, спустя, получается, больше, чем 2 часа мы это проходили. Это правда. Больше 2 часов, ребят. Все, достигли 80-го мартача. И 30 минут в костяной зоне. Даже больше, чем 30 минут. Мы ее прошли mm-hmm. до конца. Конечно ну, же, бесконечный ко, понятное дело. Out of bounds. Это что такое? Это что такое?
А, это взрывы при заморозке. 6,6 миллионов. Ну, А мы их брали? кстати. Да. Мы же взяли карту, потому что мы как бы пришлось взять. Ну ладно. Ну, много, да, кстати, за 4 Так. минуты. Кто еще надамажил? Библия, Фейраджи. Ну, Фейраджи. Ну, Фейраджи Фейраджи, понятно, надамажили, да. понятное дело. Библия, да. Грозовая петля не особо. Кость. Кость 31 минуту была и надамажила мало. Ну, кости такое, это понятное дело. Но зато кости нам дали дополнительные фейраджи, дополнительную Библию, три причем. Дополнительные петли, три. Да. Это прям сильно. Ну, бесконечный ко, конечно, это. Ой, кошмар, какой ужас! Но на самом деле у нас еще много чего. Там еще Очень карты много открывают. чего. Да. Очень много чего. Слушай, а у нас там есть карта, кстати, это нету, да, с боссом? Она уже закрыта навсегда? Не знаю. А, вот Нет, она. вон она снизу. За каждого, наверное, можно пройти. Возможно. Возможно. В любом случае, благодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, потому что только благодаря им-то, собственно, видосики на канале и выходят. Присоединиться к их числу. Вступить в семью, а семья это главное, не просто так у нас Доминик Торетто на фоне. Можно по ссылке в описании под любым видосом. Видите ссылку на Бусти? Нажимайте и подписывайтесь.